10-й подъезд дома номер 4Б в селе Перхушково занял 3-е место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд в домах средней этажности» ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». С момента постройки дома прошло уже более 10 лет. 2 года назад было решено провести ремонт подъездов. За первый год отремонтировали половину из них. На обновление 3 получили субсидию. При этом основной упор в работе управляющая компания делала на предпочтение жильцов. Мы проводили живые встречи с людьми и по подбору и выбору краски, и цветовых решений, и не только цветовых решений, но и заводов-изготовителей этой краски, чтобы людям было понятно, какими составами, какими красками проводятся ремонтные работы. Поэтому контроль со стороны населения и жителей был самый, что ни на есть, прямой и живой, и непосредственный. В подъездах покрасили стены, заменили старые светильники, напольную плитку и доводчики на общих балконных дверях. Отремонтировали входные двери. А холлы первых этажей в 2 подъездах, 9-м и 10-м, украсили граффити. Эти подъезды и были представлены на конкурс. Но главное – творчество оценили жильцы. У нас всегда чисто, у нас всегда ухожено. С нас можно брать пример. Да, и это касается и любого подъезда. Вы в любой подъезд зайдите, на любой этаж, везде чистота, везде у нас порядок. Для меня и вот этот цвет красивый, главное, чтобы была чистота. Да, если чистота, скажем так, ну какие могут быть вопросы? А здесь еще и разукрасили. Замечательно. На сегодня в доме отремонтировано 7 из 10 подъездов. По остальным работы ведутся. Если жильцы захотят, то и у них на первых этажах смогут жить аисты или цвести сказочные цветы. Хотя даже в еще не отремонтированных подъездах идеальная чистота и порядок. И управляющая компания уже подумывает об участии в новом конкурсе. Теперь мы знаем уровень требований, поэтому мы готовы сделать и лучше. Мы сейчас тоже уже готовы предложить и следующий подъезд, который мы уже сейчас ремонтируем, чтобы они тоже поучаствовали в конкурсе. Если это, значит, какой-то наш из подъездов займет тоже почетное место, нам тоже будет очень приятно. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».